Здравствуйте, друзья! Сегодня я попробую сделать вот такое колье интересное из бусин, из жемчуга искусственного. Делаю его первый раз. Ну что, можно начинать Новый год вот с такого красивого дела. Итак, бусины. Мне понадобились бусины вот 6, 8. Искусственный жемчуг и 10. Здесь у меня по 100 штук, я не знаю, как у меня получится, не получится, хватит мне, не хватит, посмотрим. Леска. Вот такие у меня зажимчики. Сейчас я покажу, у меня такая вот перчатка есть. Вот тут вот маленькие зажимчики и совершенно крошечные, вот они. Вот тут. Как раз пригодятся. Вот цепочка, сделать концовочку, утяжелитель, гвоздики. У меня есть вот эти вот застежка, колечки. И я решила, что, наверное, этого нет в оригинале, там то дело. Но я думаю, может быть, украсить вот бисером. Так он блестит, такой блестящий бисер, красивый. И такие вот тоже бусины блестящие. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Ну, и, естественно, вот инструменты, чтобы зажимать вот эти вот зажимные бусины, чтобы все держалось хорошо. Вот. Ну, и метр, чтобы отмерить, если нужно. Нам нужно 2 метра. Вот такой вот лесочки, нитки, на нит такая вот плотная, вот в 2 слоя, то есть она будет сложена вдвое, где-то 1,5-2 метра. Ну вот можно взять 1,5 метра, 2 метра и потом уже смотреть на будущее, сколько нам понадобится. Сейчас я высыплю сюда по 50 бусин, считаю, потому что нужно сделать вот один, вот так вот рядочек красивый, потом развернуться и сделать другой, чтобы нам хватило на одно и на второе. Вот я разделю, а потом я уже дальше буду снимать и говорить, что нам нужно. Ну, еще сюда добавить нужно будет ножницы. Я сейчас возьму ножницы, еще добавлю ножницы. Вот я это все разделю на половиночки и уже потом дальше включусь. Ну что, вот пришлось еще разочек, я показываю. Вот, сделала я, да, и зажала. Вот здесь зажала. Чего не понимаю, почему так не резко, вот. И тут зажато. Бусечки, но совсем бусины. Итак, я возвращаюсь назад. Возвращаясь назад, вот у нас здесь 2. Нам нужно будет нанизать вот эти бусины, которые 6. Я просто нанизать на 2 ниточки. Прям вот одеваем, берем. Вот так и одеваем. Вот, спускаем. Вот просто. Вот набираем 2. Тут 2. И вот спускаем их. Набрать нам нужно будет, наверное, штук 6. И я хочу между этими бусинами надеть еще вот бисер. Такие бисеринки. Я покажу. Вот. Будем потихонечку одевать, и я еще буду показывать. Приходится делать перебежками, потому что не понимаю, почему нет резкости. Ну, еще разочек вроде наладилась резкость. Вот здесь вот зажимчик и это. Ну ладно. Итак, надеваю. Я надену, и я покажу это. Итак, я проделала вот.
5 бусинок, и в серединочке у них, смотрите, ну что ж такое, я не так стараюсь, вот 5 бусинок, и в середине, между ними бисер, между ними бисеринки. Вот видно тут бисеринки. Так, теперь дальше начнем рисуночек делать. Я покажу. Так, дальше что мы делаем? Вот бисерину мы одеваем на один. На одну лесочку мы надеваем. Вот видно, да? На одну лесочку мы одеваем. Это опять шестерочка. На другую. Вот, на разные. И спускаем вниз. Так. И так дальше. Надеваю я снова бусину на одну. Вот я пытаюсь, чтобы было показано, да, хорошо. Бусину на одну. Бусину на другую лесочку. Вот. Вот, мы их спускаем. Теперь одеваем бусину вот так на одну. А второй лесочкой проходим сверху. Второй проходим вот так вот сверху. Вот так вот. И спускаем это все вниз. Мне кажется, что я взяла слишком длинную лесочку. Ну, вот как бы посмотреть. Другой раз нет. Ну вот. Так вот. Бусины расправить надо. Вот будет плетение. Нужно тут подтянуть. Все это подтянется и будет вот такими уголочками. И так нужно их таких вот сделать 7. Когда я сделаю, я включусь. Ну что, итак, я набрала 7 вот таких вот звеньев. Ну, смотрите, ну совсем, может быть, так. Вот я специально вот 7. Вот я набрала 7 звеньев из такая вот цепочечка из бусинок, которые 6 миллиметров. Дальше я откладываю эти бусины по 6, соберу уже которые по 8. Будем продолжать набирать звенья, но уже из бусинок по который вот 8 миллиметров. Итак, вот одели одну бусину, вторую бусину, вот лесочку вторая, она без бусины, мы продеваем в обратном направлении, в обратном направлении. Вот конец.
вот у нас два конца. Вот она бусина. Вот она бусина. И мы это тоже спускаем вниз. Мы это все вот спускаем. Вот сюда, вниз. Отправляем это все. Вот. И теперь у нас уже получается сегментик, и уже из больших бусин. Таких нужно сделать 9. Вот таких вот 8 по 8. Но я посмотрю, сколько у меня хватит. Не знаю, как хватит или нет. Когда я сделаю, все очень просто. То есть вы берете, надеваем бусину. Большой я взяла немножечко длинный этот вот. Итак, берем бусину. Вот они вместе. Берем одну бусину на одну лесочку. Вот другую бусину на другую лесочку. Вот мы ее спускаем сюда. Вот. И берем третью бусину, сегментик такой из трех бусин. Мы одеваем с этой стороны одну лесочку. Вот так. А другую лесочку мы продеваем вот в обратном направлении. Вот они, два усика возвращаются к нам. И спускаем это все, все это вниз. Вот сюда. Итак, я сделала уже 2 таких больших. Я сделаю 9, и я включусь. Итак, вот. Сделала я 9 сегментов. Из бусинок 8. 5 сегментов мы сделали из бусинок 6. Так, 9 сегментов из бусинок 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 сегментов. Я еще поставлю вот на такой синенькой. Вот смотрите, как красиво получается. Это все еще нужно подправить. Все можно подправить перед тем, как перейти дальше. Будут еще бусины вот 10. И потом это все нужно будет вернуть еще и назад. А назад мы будем идти уже как бы в обратном положении. Наоборот будем делать. Я все покажу. То есть справа налево, слева направо. И еще нужно сделать переход. Вот такой уголочек будет здесь. И нужно сделать переход назад и закрепить уже замочек. Итак, вот мы сделали 9 бусинок, 8. Мы их откладываем. Пока берем бусины 10. Итак, набираем теперь из бусинок. Вот больших совсем 10. То же самое. Делаем 5 сегментов. Итого у нас получается 5 сегментов из бусинок 6. 9 сегментов вот из бусинок 8. И 5 сегментов из бусинок 10. Вот я опять надеваю третью бусину сюда. Прямо. Вот. А другой я продеваю в обратном направлении. Вот усик. Вот 2 усика у нас тут. И продеваем вниз.
одеваем вниз, натягиваем, протягиваем все. Трамбовываем. Вот. Тут у нас получается уже из бусинок 10. Итак, мы делаем 5 сегментов. Если, вот если не снимать, вот как я снимаю сейчас видео, то делается это украшение буквально за полчаса. За полчаса. Если у вас, конечно, есть все, все, что вам нужно, и замочки, и все остальное. Делается это полчаса. Вы можете делать, если у вас есть другие бусины, вставить вот здесь вот вообще красные, синие, желтые, какие хотите. То есть можно сделать это все разноцветно. Это совершенно великолепное украшение. И если вот вас пригласили на день рождения, а вам нечего, вот буквально вот нечего подарить, вот, случайно, пожалуйста, очень быстро, полчаса, и у вас уже все готовое украшение. Итак, делаем из бусинок 10, 5 сегментов. Вот я сделала один, еще 4. Что? Так, ну что, вот. Вот у нас получилось. Вот у нас получилась первая половиночка. Итак, бусины 10, 5 сегментов, бусины 8, 9 сегментов, бусины 6, 5 сегментов, и еще здесь вот 5 штучек. Вот так получились. Вот я сейчас еще возьму на синенький фон. Вот так они получаются. Вот. Вот так красивенько. А здесь у нас еще есть бисерины. Они такие блестящие бисериночки. Вот. Пожалуйста, вы можете делать разные сегментики. Можете делать их разноцветными. Можете здесь делать белые, синие, красные. Что вам, что у вас будет и куда вам это понадобится. Вот. Вот такие вот сегментики. Теперь, для того, чтобы пойти назад, нужно будет сделать нам вот здесь поворот. Итак, что теперь нам нужно сделать? Нам нужно надеть 3 бусины на одну лесочку. Но я буду делать немножечко другое. Я возьму вот что. Одну бусину. Большую бусину. Теперь я беру вот такую вот штучку блестящую вместо бусины. Одеваю еще одну бусину. Вот что у меня получилось. Видите, вот. То есть можно взять 3 бусины, а я взяла вот, вот так. Вот такую блестящую штучку. Это как раз будет на повороте, и будет очень хорошо. Да, теперь вот берем одну бусину и проходим туда-сюда. Это такой поворот будет. Такой вот разворот, и уже дальше наверх идем. Спускаем это все вниз. Это нужно все подтянуть. Все-все-все подтягиваем. У нас вот тут будет на развороте. И на развороте у нас будет вот такая блестящая штучка. Все, мы сделали поворот. И теперь идем на
вверх. Продолжаем большими бусинами идти наверх. То есть вот конец, вот такой красивенький. Ну, когда все сделается, это будет все очень будет красиво смотреться. И теперь мы идем назад, наверх. Вот здесь вот у нас будет так вот красивенько блестеть. Все. Продолжаем то же самое. То есть мне надо сюда сейчас высыпать, еще досыпать бусин. И будем продолжать дальше. Покажу.